light of Christmas shining through. Our eyes, our smiles, you know it could shine on through. All the good that we do for the people that don't have it so good. The light of Christmas shining. Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня, спустя долгое, просто долгое количество времени, перерыва, с вами снова я, Даналия. И, конечно же, после такого долгого отсутствия, со мной моя Зюня. Я хотела снять видео. Да, меня очень долго не было, у меня было куча моментов в жизни, в учебе, у меня была сессия, потом у меня... Депресняк был небольшой, потом еще чего-то и тому подобное и так далее. И я не могла снимать, точнее, нет, были какие-то реальные моменты времени, когда я вообще не могла снимать, вот. Но потом уже просто были моменты нежелания снимать или там, допустим, есть желание снимать, но я знаю, что сил на это у меня не было и что контент будет плохим. Ну, в общем, я... Прошу прощения, что меня так очень-очень долго не было. Можно сказать, месяц, а даже месяц и одна неделя. Это очень долго. Даже я так понимаю, что меня долго не было. Вот. Я хотела снять видео про задание сюжетное. Я его сняла и так и не смонтировала. И оно потом просто потерялось где-то у меня на компьютере. Потом я на днях сняла видео сюжетное, самое душевное, самое милое просто видео. Про задание, которое вот связано с духовными наездниками, но так получилось, что я его сняла, вроде все нормально, а оно у меня не воспроизводится почему-то. И как бы это очень-очень грустно, потому что, в принципе, как только я сняла, я быстренько его так помонтировала, все, а потом у меня не было времени этим заниматься, я просто сворачивала приложение, я даже его не закрывала. А потом я выяснила, что у меня там ничего не работает, что видео не идет, и камера не двигается, и мое лицо не двигается. И после этого у меня даже программа не может записывать почему-то камеру с моего ноутбука. Вот, хотя ничего с камерой я не делала, но почему-то записи нет. Поэтому сейчас вы видите меня без камеры, хотя я хотела снимать с камеры. Ну, в общем, ребята, я очень прошу у вас прощения за свое такое отвратительное поведение. Также говорю большое спасибо, что вы не разбежались за все это время. А тем временем вас сейчас уже 128 подписчиков. Это очень приятно, что вас не стало меньше, а только потихонечку больше. Вот, я иногда там отвечаю на комментарии, которые у меня появляются, что очень редко, конечно, но все же появляются. Вот, комментарии разные, черные, белые, красные. В общем... Я сейчас просто вдохновлена просто какой-то магической энергией этого мира. У меня еще был за все это время у меня был день рождения. И, видимо, вот после того, как я вдохновилась вот этим своим днем рождения, как я его провела, какие подарки получила, какие я себе подарки купила, с какими людьми я его провела, я все во мне проснулся творец. Я хочу творить. Хочу творить, делать что-то хорошее, что-то полезное, и то, что мне приятно, что я очень давно не делала. Поэтому, да, я буду сейчас потихонечку, полегонечку, маленькими, просто медленными шажочками маленького малыша ночной фурии подниматься, вставать на свои лапки, делать хвост трубой, ушки и рожками, и снова снимать видео. Начиная, ну вот, один раз в неделю видео. То есть вот до этого у меня снять не получилось, у меня заглючил ноутбук. То есть получается, завтрашнего дня у нас очередное обновление будет в Star Stable Online, и я буду его снимать. Ну, правда, не завтра, а в пятницу, потому что среда-четверг у меня рабочее время, я не смогу этого сделать. Вот. Так что раз в неделю я опять буду выпускать видео, буду как-то пытаться что-то делать. Стримы пока не возобновляются, это я вам точно гарантирую. Пока что я еще не созрела на них. Точнее, я только-только сейчас буду опять себя просто давать пощечинам, типа, давай, садись, делай, ты же знаешь, ты можешь, ты хочешь, тебе это нравится. И те, кто тебя смотрит, это тоже нравится. И как бы давай,
сиди, твори хотя бы раз в недельку одно видео. Ты можешь же выпустить небольшое по обновлениям Star Stable? Вот. Поэтому я надеюсь, вы меня поддержите. Поставите лайк под этим видео. Напишите какой-нибудь поддерживающий комментарий, если вы хотите меня поддерживать. Вот. Я еще больше буду вдохновляться. У меня, может быть, опять откроется поток идей из моей головы. Я буду сидеть и синтезировать просто эти идеи, записывать их, пытаться как-то осуществить. Я даже не знаю, как это еще сказать. Ну, в общем, я сказала все, что хотела. Это такое мое обращение к вам, к моим подписчикам. Сказать, что вместе мы молодцы, что я вас всех люблю, что вообще вы у меня самые лучшие. Вот вы, 128 человек, вы у меня самые лучшие, самые молодцы. Вы не меня не закидали гневными комментариями, от которых бы я ушла в еще более глубокую и долгую депрессию. Вы и поэтому не писали мне каких-то поддерживающих комментариев, хотя, ну, кому было бы неприятно, если бы поддерживающие комментарии написали, но, знаете, отсутствие негативных комментариев намного лучше, чем присутствие хороших комментариев. Вот, так что, да, Доналия вернулась, Доналия будет творить, пытаться и радовать вас, ну и, конечно, себя. Так что, спасибо вам, спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, кто случайно этого не видел. Ну, мало ли, кто-то попал на видеообращение к моим подписчикам, и кто-то меня не знает. Так что давайте подписывайтесь, смотрите мои предыдущие видео, вот. И будем восстанавливаться, будем набирать силу и мощь и творить добро. Всем пока, с вами... О, с вами была я, Доналия, и мой северошведик Зюня, по которой я тоже очень сильно соскучилась, потому что времени в ССО заходить у меня тоже не было. Мы вас любим. Всем пока-пока.